Всем респект, братва! С вами Мародер 120 гигабайт, и я пришел к вам, чтобы предупредить. Думаю, многие из вас знают, что буквально месяц назад состоялся релиз российского исторического блокбастера под названием «Смута». До релиза очень много слухов ходило про эту так называемую игру. Было огромное количество спекуляций и домыслов, и вот, наконец, релиз расставил все точки над «и». Игра вышла, и все, наконец, убедились, что это... Это шедевр! Ладно, если отбросить в сторону шутки, то, казалось бы, и после релиза все наконец поняли, что Смута — это не что иное, как сделанный по-быстрому халтурный проект, который был создан исключительно для осваивания денег бесталантными разработчиками. И единственное, что в этой игре можно было выделить позитивного — это графика, и та наполовину собрана из готовых ассетов. А все, что касается геймплея и сюжета, было откровенным шлаком. Диалоги — нудятина, интерактивности мира — никакой, боевка не работающая и дерьмовая, стелс сломанный, повествование рвано, и скучно, и вдовесок куча багов и проблем с оптимизацией. И уж теперь-то по-любому, даже самому неумному геймеру ясно, что игра херня, разрабы халтурщики, и успехом тут даже и не пахнет. Так ведь? Так ведь? Нет, не так. И сейчас я расскажу вам, почему это еще не конец, что нас ждет в будущем от разрабов Смуты, Институт развития интернета и других разработчиков, а также почему Смута — это не игра, а прецедент. Но перед этим, как всегда, пару важных сообщений. Как вы заметили, на моем канале все еще нету рекламы, хотя мне на самом деле предлагают. И я вот подумал, что было бы классно, если бы вы подписались на мой Boosty, чтобы поддержать мой контент, если он, конечно, вам нравится. Кроме того, на Boosty выходят замечательные неудавшиеся дубли, а в том числе и с этого ролика будут, они там немножко с опозданием, но они выходят, поэтому если вдруг хотите поддержать меня, такого молодца, который отказывается от рекламы, пожалуйста, можете подписываться на Boosty, заодно немножечко эксклюзивного контента там будет, вот. Ну и, конечно же, подписывайтесь на телегу и на Twitch, чтобы быть в курсе новостей канала и общаться со мной не только в комментариях, но и в онлайне. А мы, наконец, начинаем. Погнали! И давайте начнем с того, что обсудим, почему со Смутой все не так плохо, как мы думали. И почему ее можно назвать успешным проектом, даже после релиза. Первое, о ком хочется сказать, это, конечно же, защитники игры из комментариев. Вы знаете, когда я делал первые ролики по Смуте, я мог понять людей, искренне надеющихся на то, что игра будет годной. Люди часто не замечают тревожных звоночков, когда им нравится идея какой-то игры. Они любят помечтать. Даже я вполне допускал, что в своих предположениях о Смуте могу ошибаться, хоть и считал это крайне маловероятной возможностью. Что уж говорить о людях, которые спали и видели, как наш отечественный проект уделывает забугорного неправославного ведьмака. И у нас наконец появится то, чем мы сможем гордиться. И вот такие люди мечтают, предзаказывают, сливая деньги в унитаз, и ждут, параллельно доказывая в интернете всем, что они не дураки какие-то там, которые предзаказали мертворожденный кал, а вполне себе адекватные люди, увидевшие потенциал в игре. Вот в этот момент защитников еще можно понять. И гораздо сложнее понять тех, кто пытается оправдать эту игру после ее выхода. Сразу скажу справедливости ради, что таких людей, конечно же, меньшинство. Но они существуют. Я сам видел огромное количество комментариев под своим обзором, которые объясняли мне, что я просто тупой ноунейм, что-то тут вякаю и права на это на самом деле-то не имею. А вот боевка в игре добротная, там типа тяжесть чувств. Чувствуется. Нет, у нас тут не кисель, кривое исполнение руками неумех, а реалистичная система боя. Да, если вы адекватный, то вы тут скажете, ну не может настоящий, реальный человек так думать. И я согласен, нормальный не может. Ты не нормальный! 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 Но мы с вами должны понимать, любители Смуты есть. Они реально существуют. И их не так мало, как нам хотелось бы. И я знаю из тех же комментариев, что многие действительно просто не верят в их существование. Но проверить-то очень легко. Просто почитайте комментарии под всеми моими видео. И вы этих любителей там найдете. Они сейчас продолжают писать разные комменты в группе игры в ВК. И, конечно же, продолжают писать мне под моими видео, пытаясь оправдать игру. Скажу больше, они продолжают зачем-то жить в этом мире и покупать игры. Хотя я бы на законодательном уровне лишал людей с подобными игровыми вкусами возможности покупать игры и отправлял бы их куда-нибудь в рехаб. Но, к сожалению, я знаю, что им уже не поможешь. Знают это и разработчики игры Смута. Кроме откровенных говногурманов, существует и другая категория геймеров. Их можно назвать оптимистами.
Это люди, которые признают все проблемы игры, но почему-то не видят, что их нельзя поправить, что игра не работает на фундаментальном уровне, что боевку невозможно улучшить до играбельного состояния, ее надо полностью переделывать, а все диалоги в игре надо полностью переписывать, катсцены надо заново ставить, мир надо оживлять. Они не видят, что игра скучная по всем параметрам. И обычно такие люди говорят что-то вроде: «Ничего страшного, сейчас все игры выходят недоделанными, и через полгодика тут все поправят, и мы с вами снова в нее поиграем, и все будет хорошо». Такие люди почему-то не думают, что игра-то не просто технически несовершенна, как большинство игр, действительно, которые сейчас выходят. Там проблема не только с оптимизацией, она плоха не только как продукт, но и как игра сама по себе. Она не приносит никакого удовольствия. Кроме разве что любования красивыми ассетами, ну то есть видами в игре. Дело в том, что проблема смуты не только в сжатых сроках разработки. Типа из-за давления Института развития интернета разработчики должны были поскорее, побыстрее игру выпустить. Настоящая ее проблема в разработчиках без таланта, которые просто состряпали примерно то, что от них ждали инвесторы из Ири, и высрали это в релиз. Но не могут разработчики поправить то, что они сделали, просто потому, что не особо понимают, как это правильно сделать, как это поправить. Они не понимают, какая боевка должна быть в игре, чтобы не хотелось блевать, пока ты играешь. Не понимают, как надо писать диалоги, не понимают, что игра за 2000 рублей не должна просто выглядеть на 2000 рублей на скриншотах, а играться при этом, будто ей цена, ну, там, 200-300 рублей максимум. Они сами не понимают, чего они хотят. Поэтому они ничего и не поправят. Однако оптимисты продолжают утверждать и верить в то, что разработчики еще будут работать над игрой. И на самом деле, знаете что? Отчасти они правы. Но все, конечно же, не так, как в их розовых мечтах. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, про людей, которые надеются и защищают смуту, мы поговорили. Но это не все, что составляет успех этой игры. Смотрите, я уже говорил в предыдущих своих видео, что поражался смелости разрабов, которые сами демонстрировали убогость своей игры, выкладывая различные ролики. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. И после релиза я осознал, почему они это делали. Секрет кроется как раз в непонимании уровня убогости своего продукта. Эти люди не шибко разбираются в играх, это и позволило им выдать подобную игру в релиз. И думаю, что никто не будет спорить, игра вызвала огромный резонанс. А любой резонанс — это реклама. И любая реклама — это продажи. Да что там говорить, даже я, великий хейтер смуты, еще с самого начала, задолго до ее выхода, я купил эту игру. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? И сейчас вы мне скажете: ну, Артем, ты дурак, действительно, ну, сам виноват, ты же мог запиратить. И с одной стороны, да, вы будете правы, но с другой, имел ли я право критиковать игру после релиза, играя в пиратскую версию? Как по мне, это было бы немного нечестно, ведь пиратка может быть сломана не по вине разработчиков. А вот релизная версия из лаунчера, тут уже никаких отмаз быть не может, поэтому я ее и купил. И не только я, целая куча других обзорчиков, блогеров, стримеров сделали то же самое. Потому что игра, вопреки своей убогости, а возможно и благодаря ей, хайпила. При этом не стоит забывать, что ценник на игру был далеко не самый низкий. Плюсуем сюда людей, которые не знали в целом, что это за игра, и просто купили на рандоме что-то отечественное. Плюс пресловутые любители покушать кала и оптимисты, про которых я рассказывал ранее. И в итоге мы получим не самые дерьмовые продажи. Только подождите. Не поймите меня неправильно. Я вовсе не утверждаю, что у смуты какие-то заоблачные продажи, что это наш отечественный настоящий хит. Нет. Но, во-первых, мне кажется, продажи у нее выше, чем, например, у недавней Hellblade 2, просто потому что у нее была куча бесплатной рекламы от всех подряд. В отличие от проекта, который находится под крылом у Microsoft, а не Институт развития интернета. А во-вторых, случаи именно со смутой по-настоящему хорошие продажи были не нужны. Как вы знаете, игру спонсировал Государственный институт развития интернета, и это не тот инвестор, который желает получить деньги обратно. Ведь деньги вкладываются в развитие. В данном случае российского геймдева. Таким образом, разработчики получили гранты и бабло на разработку. Игра получила резонансы, какие-никакие продажи, а Институт развития интернета, показывая пальцем на весь этот балаган, может смело заявить, что вот, смотрите, все говорят про эту игру, мы развиваем отечественный геймдев. Дайте нам еще денег из бюджета, и мы их опять классно куда-нибудь вложим. Ну, может, мы чуть-чуть там по дороге себе прям капельку спиздим, но вот мы не будем сильно наглеть. Правда, честно. Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия.
помазалась этим говном. Ну и сами подумайте, всю вот эту ситуацию разве нельзя назвать успехом? То, что понимают адекватные люди, и что на самом деле подобный путь — это никакое не развитие, а самая настоящая деградация, мы обсудим чуть позже. А сейчас вернемся непосредственно к смуте. Итак, разработчики, получившие бабло от государства, сделавшие игру для отчетности, которая вполне удовлетворила институт развития интернета своими результатами, все еще не понимают, что им не стоит делать игры, и их игра, ну, собственно говоря, кал. Более того, они верят в успех своей игры. И как тут не поверить, когда они слышат заявление, подобное тому, что сказал руководитель ВКПлей Александр Михеев. Отвечая в интервью на вопрос «Провал, смута или успех?», он назвал игру ничем иным, как «праздником российского геймдева». Давай, мужики, ура! Давай, мужики! Ура, мужики! Ура, сука! Вот что конкретно он сказал. «Смута — это праздник российского геймдева. Прекрасно, что сам проект случился. То, что он случился при поддержке государства, прекрасно вдвойне. Одни не испугались дать деньги, другие не испугались деньги взять. И продукт получился». Гений. Александр, видимо, забыл уточнить, что получился продукт, похожим на кусок говна, но это, видимо, не так важно. Главное, что получился. Хотя вообще, каких заявлений мы можем ждать от руководителей такой платформы, как ВКПлей? И вот, наслушавшись дифирам свой адрес, от подобных некомпетентных руководителей, от любителей покушать кал только потому, что он наш, российский, и увидев оптимизм в глазах некоторых геймеров, наивно полагающих, что эту игру можно поправить, если над ней еще чуть-чуть поработать, разработчики из Саберия Нова объявляют о том, что будут дальше развивать смуту, улучшать ее и выпустят к ней даже DLC. Нет, боже, прошу тебя, нет! Не надо! Нет! Так что, если вы думали, что после релиза со смутой покончено, вы ошибаетесь. Нет, господа, нас, видимо, ждет еще много чего интересного. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что я вам обещаю, я буду освещать все, что связано с этой прекрасной игрой. А если вы будете такими лапочками, что поставите лайк, подпишитесь на Twitch и телегу, то я обещаю вам, что я поиграю во вторую и в третью часть смуты, во все дополнения, которые выйдут. Все вам покажу, все вам расскажу. Ради вас я буду страдать. Но, извините, я отвлекся. Итак, что же нас ждет дальше и какие обновления собираются делать разрабы? Сначала все было довольно туманно. Они просто заявили о том, что игра получит продолжение. На одном из стримов кто-то из разрабов заявил примерно следующее. Про приквел я вам не скажу, но про события, которые происходят после событий игры Смута, это абсолютно точно. Нас ждет такое продолжение. Я пока не буду говорить даты, чтобы не давать вам ложных обещаний, но работа уже ведется. Абсолютно однозначно мы планируем расширять нашу серию продуктов, связанных со смутным временем. И следующий продукт уже готовится. И уже буквально через неделю разработчики выкатили дорожную карту обновлений, согласно которой у них по-настоящему наполеоновские, царские планы. Во-первых, планируется, внимание, улучшить боевую систему. Сделать ее динамичной, устранить возможность закликивания и увеличить роль блока, а также улучшить систему парирования, переработать механики дистанционных атак и увеличить сложность боев. Во-вторых, переработке подвергнется и система прокачки персонажа, а также будет улучшен искусственный интеллект противников, а боссам выдадут специальные умения. В-третьих, доработают этот чудесный стелс, который в игре, ну и так прекрасен, я не знаю, что там дорабатывать. И самое важное, в которое я тоже не могу поверить, что они это сказали, разработчики пообещали, что доработают диалоговую систему, причем доработка диалогов коснется не только анимаций, с которыми были проблемы, но и нарративной части, то есть планируют улучшить сами диалоги. И, конечно же, на сладкое нам пообещали сюжетное дополнение в жанре политического триллера о закулисной борьбе во время Земского собора. Какая прелесть! И как же вкусно все это звучит. Оптимисты писают кипятком от радости, получая подтверждение своих слов, а любители покушать кал радуются, что им насыпят на него немного сахарной пудры, раскрашенной цветами российского флага. Но на самом деле те, кто понимал и понимают, что подобные разработчики просто не способны выдать качественный продукт, эти люди, скорее всего, догадываются, что подобные планы по обновлению игры не что иное, как очередное осваивание бабла, которое снова выделит Институт развития интернета. И ничего хорошего из игры в конечном итоге не получится. Ну да, я, конечно, снова допускаю миллипиздрический шанс, что могу ошибаться. Так что поживем, увидим, что ж там будет с нашей любимой смутой. Я обязательно буду за всем следить, как и обещал. Но давайте посмотрим на всю ситуацию более масштабно, ведь она выходит уже за рамки самой игры. Как я говорил в самом начале, смута создала некий прецедент. Дело в том, что не одни разработчики смуты такие умные ребята, которые поняли, что можно осваивать государственное бабло
и как минимум обеспечить себя зарплатами, при этом не особо стараясь и делая что-то годное. Ведь в наше время у государства есть некий тренд на подобные идейные проекты, продвигающие правильные, по их мнению, идеи и ценности. На это выделяются деньги из бюджета, и нужно просто заявить, что ты хочешь сделать идейно верную игру, и вуаля! Shut up and take my money. На самом деле, как человек, проработавший в российском геймдеве 7 лет, я могу сказать, что в этой ситуации, по сути, нету ничего нового. Помимо талантливых людей, которые, несомненно, присутствуют в нашем геймдеве, я встречал огромное количество людей, в том числе и на руководящих должностях, которые просто создавали вид бурной деятельности. Они как будто бы работали, но по факту выходила какая-то херня, которую либо закрывали, либо продавали, либо вообще не выпускали. Вот и тут очень похожая ситуация. Люди видят кормушку, присасываются к ней и пытаются вытянуть из нее как можно больше, пока это возможно. Господи, да разрабы смуты так бурно пытаются продемонстрировать какую-то деятельность, что обновляют никому нахуй ненужную демо-версию. Зачем? Для чего? Для кого? Для того, чтобы показать, смотрите, мы что-то делаем. И ведь часто в наше время пустых отчетов этого бывает достаточно. А если вы мне не верите, то вот вам парочка проектов, которые уже были официально анонсированы. Очередной убийца, но в этот раз не Ведьмака, а God of War. Игра с охуительным названием Коловрат. Хочется зигу кидать сразу. Ее разрабатывают при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Судя по трейлеру, тут у нас опять куча готовых ассетов и всратые анимации. Очень ждем релиза, желательно, конечно же, за full price. Далее, пошаговая стратегия в духе XCOM под названием «Спарта 2035». Сюжет рассказывает о наемниках, которые героически противостоят террористам в Африке, помогая местному президенту. Что-то мне это напоминает. Привет, это кто? Это Пригожин, Женя. А, здорово. Справедливости ради я скажу, что эта игра не выглядит прям как-то убого, если только не знать, что на ее разработку выделили аж 90 миллионов рублей, что, по-моему, многовато для проекта, который выглядит как игра десятилетней давности. Хотя, честно, я вообще не понимаю, зачем я об этом рассуждаю серьезно. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? И последняя на сегодня игра, которая также поддержала Институт развития интернета, называется «Передний край». Это реал-тайм-стратегия в сеттинге современной войны, главной фракцией в которой это Россия и США. Интересно, а можно ли будет в этой игре играть за США и при этом не присесть в тюрячку? Это был риторический вопрос, так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Если вы думали, что это все игры, то нет, ребятки, это далеко не все. На самом деле, смута — это лишь треть всех денег, которые за последние 3 года Институт развития интернета выделил разработчикам игр. Всего в списке значится целых 40 проектов. Смута, понятное дело, самый крупный из них. А вот теперь представьте себе качество оставшихся, еще не вышедших игр, если даже самый крупнобюджетный проект получился таким куском говна. И подобная деградация, возглавляемая, как это ни странно, Институтом развития, вполне себе ожидаемо. Когда все завязано на отчетах и продвижении нужных идей, а разрабы думают, как бы получить легкие денежки, только деградация быть и может. И никакие слова главы Института развития интернета о том, что, мол, российская игровая индустрия отстает от мировой на 10-15 лет. Ситуацию не исправят, пока деньги будут выделяться бездарным разработчикам. Чтобы они просто присасывались к кормушке и выпускали свои бездарные, ну зато идейно верные игры. Более того, ребята, я лично знаю огромное количество российских игр, которые совсем как-то не отстают от мировой игровой индустрии. Посмотрите, например, на Warhammer Rogue Trader от Совокотов, который во всем мире признание получил, или SnowRunner от Сейберов, у которого тоже большой комьюнити по всему миру. Не будем здесь трогать Expedition от Saber, он вышел не очень хороший, но тем не менее SnowRunner реально заслужил большую любовь геймеров по всему миру. Да господи боже мой, вот Индика недавно вышла и тоже собрала много восторженных отзывов. И это все игры от российских разрабов. Просто дело в том, что они не издаются российскими издателями, поэтому типа официально они не российские. И мудрые патриоты, кушающие смуту, могут сколько угодно называть меня релокантом и предателем. Игры российские от этого лучше-то не станут, пока вы хаваете этот кал. Но я все-таки задам вам риторический вопрос. Вот может стоить задуматься, почему игры от российских разрабов, но не спонсируемые государственными фондами и институтами, получаются неплохими. А у нас в православном ВК-плее выходит полностью на русском и ни на каком другом языке какой-то высер, который становится посмешищем на весь интернет и продается только благодаря тому, как громко над ним смеются.
Однако, я, конечно же, как и обещал, буду следить за ситуацией со Смутой и другими играми, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу всей этой ситуации. Ждете ли вы DLC Смуты? Я вот очень жду, надеюсь, что она выйдет поскорее. Не забывайте про Twitch и Телегу, и спасибо большое, что досмотрели до конца. На сегодня это все, с вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов и хороших игр.